«Раз, два, три, елочка, гори» – прозвучали слова Снегурочки, и вот в большом фойе Щелковского районного культурного комплекса зажглась красивая, нарядная зеленая красавица, вокруг которой детвора начала водить хороводы, петь и танцевать. Елка главы района – событие праздничное и очень веселое. Пришла на елку. Хочу получить подарок, потому что у меня самое красивое платье. Хочу всем пожелать в новом году счастья, здоровья. Сразу после танцев дети дружно отправились в зал смотреть костюмированное шоу. Там их ожидали самые разнообразные сказочные герои и, конечно, Дедушка Мороз. 4 представления для детишек от 3 до 14 лет. Программа продумана так, чтобы детям было интересно и около елки, и на сцене. Сейчас на сцене идут интерактивные игры. Причем игры не очень даже современные. Дети должны знать все и про компьютеры, и вообще про то, как надо вести себя, где мыть руки, не мыть руки. То есть наше представление познавательное. Я была недавно на экскурсии в научном центре Осколково. Да, да. И там заседают самые великие умы. Давай отведем его туда, а? Ребят, как вам идея? Отправимся? Получить сладкие подарки и посмотреть праздничное представление смогли более 1000 ребят. Ну а всех остальных детей и взрослых с наступающим Новым годом поздравляют Мария Буржинская и Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».